Третий бакинский шопинг-фестиваль продолжает радовать любителей покупок. В рамках фестиваля, организованного под лозунгом «Пусть покупки принесут вам выигрыш», любители шопинга проявляют большой интерес к онлайн-лотерее. Уже более 1000 участников попытали свое счастье в лотерее, и 200 из них получили свои подарки. Я купила кофту за 115 манатов. Мне дали купон, я стала участницей лотереи и победила. Пока еще не знаю, что за подарок получила. Узнаю, когда раскрою его. Впервые участвую в этом фестивале, впервые участвую, решил попробовать что как. И вот я победил прекрасный подарок, который я всю жизнь буду использовать. Самый ценный подарок в рамках лотереи фестиваля – это автомобиль Nissan Sunny, который найдет своего обладателя 31 мая. В подключившихся к шопинг-фестивалю магазинах, отмеченных стикерами «Баку шопинг-фестиваль Tax-Free», совершивший покупки на сумму свыше 100 манатов, может получить обратно часть НДС. Эту сумму можно получить наличными, переводом на банковский счет или на расчетную карту. Орхан Мамедов, Орхан Бадалов, Рашат Агамалиев, CBC.